Харьковские партизаны, мы верны делу наших дедов и отцов. И поэтому мы похороним нацизм, вновь убивающий детей нашей Родины. Все, что нацисты принесли нам, это ненависть и страх. Они разрушают присяги и законы и калечат за косой взгляд. Они расстреливают мирные города и закапывают экономику. Они делают пушечное мясо из наших детей, а из взрослых перепуганных зомби. С ними на нашей земле никогда не будет мира. Они должны умереть. Таков приговор Харьковского партизанского Нюрнберга. И мы придем, и уже идем. Каждой нацистской мрази, ведь нелюдь должна быть уничтожена, чтобы люди вновь смогли жить. Таков человеческий закон, человеческая история. Наше дело – осиновый кол нацистам. Наша цель – жизнь и свобода народам и людям нашей светлой Родины.